у меня было видео, как заставить декабрист цвести, и после этого видео было много вопросов, то есть многие говорили, что нельзя крутить горшок, да, все цветы отвалятся. Как видите, ни один цветок не отвалился, все на месте. И что я замечаю, я кручу, появились дополнительные цветочки, то есть эти набухают, и вот на этих появился еще один дополнительный, а на других тоже, на всех появились маленькие цветоносы. Не на всех, правда, но потихонечку начинается. Так что ничего не отваливается. Хотела вам показать еще кое-что. Это петрушка. Она у меня растет с осени. Я ее выкопала с огорода и посадила. Тут несколько кустиков. И она так и растет. То есть я, когда готовлю, отщипываю, то есть отрезаю. И снова она растет, растет и растет. Здесь, кстати, я сажала еще корень мяты. Но мята ни в какую не хочет. Петрушка растет прям в удовольствии, ей нравится. Я сейчас еще подсыпала питательной земли сюда. Растет, все хорошо. А вот мята ни в какую не хочет. Хотя вроде как мята больше сорняк, а петрушка вроде как культурное растение, но петрушка растет лучше. Мой батат продолжает расти. Я так как не знаю, как за ним ухаживать, вообще это мой первый опыт. Он начал расти, я его переставила, он у меня стоял в темном месте, переставила сейчас на светлое окно. И не знаю, закрывать здесь вот этот верх или не закрывать. Если у вас был опыт выращивания, то подскажите, пожалуйста. Вот смотрите, сколько новых побегов. И знаете, что я хочу потом сделать? Когда они достаточно окрепнут, вот эти черенки, я их буду отрезать и укоренять. Посмотрим. Опыт, конечно, интересный, но пока все это методом проб и ошибок я буду пробовать. То, что сверху это насыпано, я подложила им удобрение специальное. Если интересно, спрашивайте, подскажу. Многим растениям сейчас я положила сверху, поливаю, и вот это удобрение как бы впитывается в землю и насыщает растение, чтобы оно лучше росло. Вы, наверное, все слышали такой магазин «Любимый Василек». Там можно найти все недорого. Это постельные комплекты, полотенца и очень много интересной одежды, недорогой, комфортной, мягкой для мужа, для жены, для детей. Очень-очень большой ассортимент. Цены очень смешные. И я заказала себе тоже кое-что. Первое, это такая подушка нужна мне была. Подушка 70 на 70 и внутри наполнение овечья шерсть. Достаточно большая подушка, да? Мне так показалось. Сначала я заказала, потом, когда она пришла, смотрю, какая же она огромная. Заказала себе постельный комплект. Здесь наволочка, две наволочки 50 на 70, также здесь пододеяльник и простынь. Это двухспальный комплект такого коричневого цвета, называется «Бязь». И название самого комплекта — это «Дзен 2». Цена у него недорогая, но «Бязь» очень качественная, то есть комплект очень качественный, мне очень нравится. Вот такое вот хлопковое покрывало, называется «Катон», цвет кремовый. 180 на 220. Это я взяла для своей кровати, которую мы недавно купили. У меня не было покрывала. И это покрывало прям по размерам идеально подошло. Также заказала я себе для дома два вот таких комплекта. Это одежда. Это штанишки такие, футболка удлиненная синего цвета. Здесь вот такой вот красивый цветок. Это, наверное, одуванчик какой-то. Размеры взяла чуть больше, чем мои, потому что дома должно быть комфортно. Это облегченный костюм. И второй костюм, он достаточно теплый. Костюм называется Джейн,
и он с начесом. Взяла размер 44 и думаю, что он мне идеально подошел. Штаны по размеру, и если вы примерно 1,65 м, то подшивать ничего не нужно. Цена этого костюма на тот момент, когда я заказывала, была 826 рублей, а вот этот первый костюм, который я показала, была всего 585 рублей, целый комплект такого домашнего костюма. Я думаю, цена вообще недорогая. И многие, конечно, знают про этот магазин. Если вы не знали, оставлю ссылку под видео. Вдруг что-то вас заинтересовало, можете заглядывать. Постоянные там скидки, доставка очень быстрая. Приходит в таких мешках, ничего не пачкается, очень быстро. И можете заказывать. Я прям довольна то, что я заказала. Но мне нужно кое-что еще дозаказать. Я это делала первый заказ для меня, ну как бы такой пробный, наверное, вариант. Но я осталась довольна, поэтому я вам смело могу рекомендовать. Здесь у меня моя корзинка. Мне подружка подарила вот такую вот корзину с цветами живыми. Живые цветы высохли. И я вчера сидела, делала композицию. Оставила кое-какие даже не сухоцветы, они были живые. Это эвкалипт. Он подсох, не сыпется, ничего, я его использовала. А остальное все здесь искусственное. Все цветы, кроме листочков, я делала сама. И вот такая вот композиция в корзинке у меня получилась. Не стала выкидывать, корзиночка красивенькая. И получилось вот так вот интересно. Я стараюсь вообще не выкидывать, если честно. Такие вот. Все, я обтянула. Ничего, конечно, сложного нет, но посмотрите, как просто и достаточно стильно смотрится простая майонезная банка, которая место на свалке, да? И получается вот такое вот стильное кашпо. Я сюда поместила растение. Осталось у меня еще достаточное количество этой нити. Заказывала я ее на сайте New Chic в разделе, по-моему, DIY. Не помню, сколько метров, но она достаточно тяжелая. И я думаю, что еще на одно кашпо хватит. Такие нити продаются в хозяйственных магазинах. Единственное, я сейчас вся обожглась. Давно не работала с клеевым пистолетом. И прям одни ожоги у меня сейчас на пальцах. Нечаянно, раз задеваешь, опять раз задеваешь. Ну что ты будешь делать, а? Вот эту компанию, это компания Fiora, итальянская компания. Она занимается тем, что у них на сайте полный ассортимент. Все для маникюра, педикюра. Огромнейший ассортимент гель-лаков. Все для того, чтобы делать маникюр, всякие слайдеры, чего там только нет. И есть профессиональное оборудование. Я у них заказывала и лампу для того, чтобы делать маникюр с гель-лаками, шеллаками. Сейчас сделала небольшой заказ, тоже хочу с вами поделиться, показать. У меня на данный момент все для маникюра, педикюра от этой компании. Вообще она меня полностью устраивает, и к тому же находится в соседнем городе, заказ приходит очень быстро, поэтому если что, если мне нужен какой-то определенный лак, или у меня заканчивается какой-то лак для ногтей, или, например, там
жидкость для того, чтобы снять гель-лак или еще что-то, масла для ногтей, я все туда, сразу там заказываю. Обалденное качество, можете не сомневаться. Я, по-моему, уже года 3 пользуюсь только их продукцией, поэтому довольна на 100%. Вот, друзья, мой очередной небольшой заказ. Кстати, вот это вот масло, я от него просто в восторге. Это масло с пипеткой, я его наношу просто так, каждое утро оно у меня заканчивается. Я его буду заказывать снова. Обалденное масло для кутикулы, для... Я вообще смазываю всю кожу рук, кожа у меня сухая, прям вообще в восторге. Здесь витамин Е и, по-моему, еще что-то, какие-то ингредиенты. Это масло для ногтей и кутикулы. Что еще я заказала? Так, заказала я себе жидкость для обезжиривания, у меня закончился, и снять можно дисперсионный слой. Вот такой препарат. Несколько гель-лаков, 3 цвета, топ и базу. Все пользуюсь только у них. Это без липкого слоя и это база. 3 вот таких цвета. Я заказывала здесь один из цветов. Это магнитный, по-моему, лак. Я еще не пользовалась. Заказывала вот такой вот магнит. И здесь у меня вот такие слайдер-дизайны. Захотелось мне что-то новенького, интересного. Но ассортимент огромнейший. Я, конечно, выбрала такие скромные, но есть разных-разных видов. Один из цветов сейчас находится у меня на ногтях. Номер 553. Вот такой цвет. Я его уже наносила. Красивый, глубокий такой темно-темно-бордовый цвет. И вот такой вот цвет. Такой красный. Очень красивый тоже цвет. У меня был такой, закончился. Это 204-й. Обалденные лаки. Носятся очень-очень долго. Вы даже по моим ногтям можете видеть, что у меня уже отросли. Дело я, по-моему, недели 2,5. В восторге. Вот так вот называется компания. Так что обратите внимание вообще и для домашнего пользования, и для профессионального. Внизу под этим видео оставлю ссылочку. Друзья, у меня сейчас придет сестренка и принесет семена. Она сегодня по почте получила семена, целый там гору, говорит. И я тоже хочу подсоединиться, взять у нее по одному, по два семечка. И сегодня мне тоже нужно на почту сходить, у меня должны там семена прийти. Я ей дам свои, она мне свои. И в этом году я хочу, знаете, что сделать? Я хочу посадить очень много сортов помидор. И, ну, например, по одному, по два, да? Ну, сажают же люди по 100 корней. Я столько, конечно, не смогу посадить, у меня столько земли нет, но я хочу, например, один сорт. Одно, да. Вот я не знаю, у меня какая-то навязчивая идея, я вот у людей смотрю. Помидоры там прям вот грозди, грозди, грозди висят. У меня в прошлом году была такая запара, неприятность, я вам показывала. У меня помидоры все покрылись фитофторой. Была такая перспектива, было так радужно вначале. Я так выращивала, я так их холила, лелеяла, но ничего не получилось. Поэтому в этом году я к этому вопросу отнесусь очень серьезно. Я сейчас сделала маску для лица. Чуть-чуть как-то не так я выгляжу, ну ладно. Наверное, не столь важно, как я выгляжу. Ну и вот, сейчас мы пойдем на почту. Я покажу вам, какие семена у меня пришли, какие она мне принесет. Она сказала, там очень много. Интересно, мне интересно, интересно. Мне прям вот чешутся руки посадить. Но я думаю, что нужно уже перец посадить, да? Петунию я посадила кое-какие семена. Но мне их очень-очень мало, закажу сейчас еще. Буду черенковать, поэтому посажу пораньше. Так, что еще? Планы. А, семена, семена, семена. У меня там, где пес? Где-то там лежит пес. А, вон там. И это, молчит пока, тихо, тихо спит. Ну что, ждем.
кто пришел. Привет, привет. Привет, привет. Наташа с семенами. Ой, сколько им. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поклажаться. 1, 2. Так, это 3, я все 4, буду делить. 4, это мне все. Сейчас покажу. 3, 4, 5, 6. Скорее, только 8, нет. 9, 10, 11. Опа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, все. Перцы все есть, которые можно семена будет взять. Они не гибриды. Так, один это гибрид. Да, с него семена не возьмешь, а есть, которые не. А вот, богатырь. Он, кстати, хороший стоит, очень прям. А вот это я хочу, ой, какой интересный. По одному семечку все посадим. Смотри, средний ранний для придания ароматного вкуса супам и гарнирам. Для при... Да, нет. Меня больше всего интересуют огурцы. Мне вот эти ваши, это все фигня. Ты же такой сажала? Я такой не сажала. Сажала же пусть? Нет, не сажала. Что-то у тебя синий был уже. Так, это не тот. Все гибридные. Или даже длинные из китайских. Вивальди, я такие не люблю. Видишь, они все гибридные. Попробуем. Кухарка, Шопен. Шопен, по-моему, сажал. Моцарт тоже что-то я слышала. Прям они какие-то супер-пупер. Кукла Маш крупный. Весна севера. Купчиха. Тоже про него слышала. Они огромные. А это, по-моему, висят. Жирдяй, жадина. Ну, толстый Карлсон. Ну все, я сейчас наберу. У нас тут с Наташей кружок «Умелые руки». Мы делаем пакетики для семян. Нету пакетиков, вот этих прозрачных зип-пакетов. Делаем из обычной бумаги. Вот такие подпишем. Сейчас подсушим и... Для каждой пачки делаем свой отдельный пакет. Я возьму по несколько семян, чтобы все было интересно. Все, здесь пачкой клеим. Точно кружок «Умелые руки». И быстро-быстро на батарее сушим, чтобы не рассохлось.